Здарова всем, ребята, меня зовут Кент АПК, и прямо сегодня вы увидите самого жесткого киберспортсмена. Вы в это просто не поверите. Вы понимаете, что это пранк, что это сон, но вдумайтесь, этому человеку 9 лет. Ему всего лишь 9 лет, и посмотрите, у него апнута легенда, и он состоит в каком-то крутом клане. Я просто в шоке, у меня нету слов. КД 1.7, КД 2.56, как это возможно? И прямо сейчас мы все это проверим и сыграем против него дуэль. Но я говорю сразу, эта легенда не бущенная. Я вам за это отвечаю, потому что я этого парня знаю, он мой модератор. И я был в шоке, то что ему 9 лет, и он легенда. Охренеть не встать. Ну что же, ребятки, пожалуйста, поставьте лайк за такой крутой контент, и возможно я сниму продолжение с этим парнем. Поэтому ставь лайк, подписывайся на мой канал, ну а мы начинаем. MyStandoff.ru – это топовые скины, моментальные выводы, крутые бонусы. Ссылка и промокод в описании. MyStandoff.ru. Да начнется великая битва. Ребята, скорее всего я проиграю. Мне просто интересно только одно. С каким счетом я проиграю? Потому что, ну, этот парень, он просто нереальный. Давайте я вам еще раз предоставлю пруф. Посмотрите, это легенда. Как же я себе хотел бы легенду. Но я понимаю, как бы сильно я не хотел бы. Но если со мной в пати не было бы какого-то Лондона, там, не знаю, Люсика, скилла и так далее, то я бы в жизни не апнул бы эту легенду. А он апнул. Он апнул легенду, вдумайтесь. Парень просто красавчик. Так, ну что же, первый раунд. Что нахрен? Что? Чего нахрен? Как? Не, я все понимаю, но я же не 8-0 проиграю хотя бы. Не-не-не-не-не. Не, ну нормально же общались. Слушай, ну так дело не пойдет. Так, ребятки, сейчас Кент АПК будет менять тактику. И да, я опять играю с этим дешевым скином. Не кидайте меня, какашки. Я скоро себе куплю нормальный MP Beast. Так, ну что же, продолжаем дальше нашу битву. Раунд номер 2. Мне просто только что в Вайбере написал мой племянник. Пишет: Кент, когда снимаем видео? Так. Не, ну нормально же общались, ну Дезли, не, ну так дело не пойдет, ты чё, в сухую хочешь Кента выиграть? Да, не, так дело не пойдет. Короче, ребята, я меняю тактику. Вы сейчас просто будете в шоке, ну как говорится, лада седан баклажан. Я не знаю, что несу, но мне реально стыдно, я проигрываю 9-летнему киберспортсмену. 9 лет ему! Вы понимаете, насколько все плохо. Так, ну что же, ребятки, ждем. Я, короче, засяду в этой позиции и просто-напросто буду его ждать. Пусть он меня рашит. Не, ну а почему бы нет? Это ж я играю за команду спецназа. Так, ну блин, ну хотя бы один раунд надо убить. Твою налево, скажи, что я жив. Я жив, пуля. А, он тут. Давайте в дым фигачим. Фух. Нет, он не рашит, я слышу. Блин. Так, надеюсь, он не знает, где я. Я запрятался, просто я хочу жить, я хочу к мамочке. Нет, ну не хочу проиграть 9-летним. Фух, мы это сделали. А, он еще играл с М40 Бигл, решил меня унизить по полной программе. Ну вот прям, ну вот как тебе не стыдно? Счет 2-1, поехали дальше. Блин, ребята, это прям очень плотно, и мне очень интересно, кто же все-таки выиграет. Но, скорее всего, выиграет он, потому что он легенда, но я хотя бы хочу попытаться! А как? Просто я не знаю, у него какая-то пуля непробиваемая голова. Как такое возможно? Нет! Флешка! Жопа. Не жопа. Ништяк! 2-2! А, купил АКР-12. Ну, братан, не фартануло тебе? Слушайте. 2-2. Я тащу. Но вполне вероятно, что Дезли немножко волнуется. Поэтому, ребятки, давайте хэштег Дезли тащи. Потому что, ну, все-таки он киберкотлета, а я какой-то сраный ноунейм. Кент АПК, да, у которого всего лишь 500 000 подписчиков на ютубе. Но ничего. Так, пацаны, сейчас будет эффект неожиданности. Смотрите, он сейчас феет от жизни. Так, ну он по-любому меня не ждет. Ну вы это видели. 3-2. И Кент АПК побеждает. 4-3. 2-1. Поехали. Блин, ребят, очень потная дуэлька, но Кента пока заднюю не дает. То есть, если вы подумаете, что я нуб, ребят, посмотрите в эту дуэль. Я против... Да блин, ты куда гранату кинул? Я что-то сидел. Ну вы надоели. Как вы всегда узнаете, что я сижу там, всегда гранату прям в меня кидаете? Ну вот ни стыда, ни совести. Ну нельзя же так. А то заберу модрику, понял, Дезли? Так, ну что же, счет 3-2 и... И Кента, к сожалению, того. Отправили туда. Ну что ж, понесла жара. Я буду стараться играть со всех сил. Буду стараться играть очень аккуратно, но...
Но я же Кент АПК, поэтому... Поэтому я буду делать вот такие вот глупости. А-а-а! 6 хп, чего нахрен? Я ж почти выиграл. Базара ноль, я понял, меняю тактику. Все, пацаны, все, все, все. Давайте не буду ее пушить, потому что я хочу выиграть. Ну хотя бы, если не выиграть, хотя бы сыграть с достойным счетом. То есть, если я проиграю 8-3, вы все будете писать в комментариях, что Кент АПК голимый нуб. Хотя вы и так будете писать, что я голимый нуб, но так будете писать еще больше. Поэтому я буду стараться делать вот так и вот так. Аккуратненько, не шагая. Опа, я слышу шаги. А что это, киберспортсмен шагает или как? А, у него ВМ, мать моя женщина! Мать моя женщина! Мать моя! О, да, прям по голове, прям головка прошла. 4-4. И давайте, я попробую поиграть с этого замечательного АВМ Феникса, Преникса. 3000 килов на АВМ Фениксе. Слушай, неплохо, 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 неплохо. Видно, что не один день потратил, играя за АВМ. Да, блин! Так, сейчас выбежит, смотрите. 3, 2, 1. Вы видели? У меня хитмейкер показался. Блин, просто бы на полсекунды раньше выстрелил, ему была бы ГГВП. Так, ну что же, счет 4-5, и, к сожалению, как-то все очень быстро происходит. Но я скажу так, я играю достойно. Кто бы что ни говорил, но, ребят, я играю достойно. Хотя ему 9 лет. Ему 9 лет, и он не выигрывает. Это просто габы. Вот реально. Вот я... Мне даже стыдно такое сказать. 9 лет, и я... Так, а ну-ка. Я пал. Ништячок, ништячок. Идемте дальше. Ля-ля-ля. 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 Братанчик, ну ты спалился на минимапе. О, ты опять копил АВМ. Ну зря ты. Ну зачем ты против кента АВМ? Ну что же, ребята, пока что у нас побеждает дружба, счет 5-5. Но, это только начало. Сейчас он просто охренеет от жизни, потому что он по-любому меня не ждет отсюда. Вот это я в удар, я не знаю, что со мной. Просто, руки, вы самые лучшие, я вас люблю. Я просто не верю, что это не сон, вы понимаете, это не сон. 6-5 я выигрываю, это просто полная попа. Блин, ребятки, если я затащу, то это будет реально очень-очень круто. Ну что же, поехали дальше. Счет 6-5. О, граната, шухер, бежим. Блин, попала граната. Я пытался от нее убежать, но она меня догнала. 6-5, и сейчас кому-то прилетит хедшотик. И это, возможно, буду я. Меняем тактику, Попал, ништяк. Ух. Блин, вот если бы не присел, ему была бы ГГВП. Так, давай, так на шифте выходим, аккуратненько. 7-5! Да! Неужто выиграю? Да, это будет победа, возможно. Я просто в это не верю. 7-5, прикиньте! Блин, то есть, по идее, если я выиграю... Ну, я знаю, что 1-1 ничего не решает. Базара 0, 1-1 ничего не решает, но... Чисто гипотетически, если я выиграю, то я, по идее, тоже мог апнуть легенду. И получается, я не такой уж полный нуб, каким меня все обзывают. Опа, граната мимо, хотя была рядом. Шаги! Сколько хп? 28, ну еще по один, одно попадание и все. Это уже была бы ГГшечка. Счет 7-6, ребята, понимаете, насколько все плохо? 7-6, я скажу так, надо играть максимально аккуратно, чтобы выиграть. Но даже если я выиграю, ребят, давайте дадим ему должное. Ему 9 лет, и он легенда. И он киберспортсмен, он играет в каких-то кланах, он красавчик. Представьте, что будет в 13 лет, что будет в 14 лет, что будет в 15 лет. Ну это же будет вообще ГГВП. Да как? Да я его, походу, даже не выиграю. 7-7. Нифига себе, ну почему? Почему все мои дуэли заканчиваются именно так? Почему всегда во всех моих дуэлях 7-7? Ну почему нету такого? Кента пока взял и выиграл, и все. Ну нет, надо 7-7. Это, конечно, габелла. Блин, ребят, мне очень-очень стрёмно. Так, ну что же, счет 7-7. Продолжаем дальше нашу битву. Ну а вы, мои уважаемые подписчики, давайте хэштег больше Дезли, и я сниму еще одно видео с ним. Если вам, конечно, понравилось, какое-то прикольное видео сниму. Попал! Убил! С последнего патрона! 8-7! Да ну! Я выиграл его! Это просто нереально! Капец, ребята, как я это сделал? Это было что-то невероятное. Я думал, мне просто габелло.
Это победа, мы это сделали. Но Дезли все равно красавчик, ему 9 лет, и он легенда, и он киберспортсмен. Я ему лично от себя передаю респект. Ты красавчик, спасибо, что вышел на дуэль против меня. Но вы, мои уважаемые подписчики, обязательно поставьте лайк, подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий. С вами был ваш Кентуха, всем удачи и всем пока.